Какие вариантики я нашел? Смотри, братик, смотри, в кучерях, как ты любишь, смотри, в кучерях по весне оно все так расцветет, все спрячет. Вот это вообще спрячется по весне, вообще красавица здесь. Сколько они стоят? Как ты думаешь, сколько они стоят? Они стоят ерунду, они стоят копейки. Стоят копейки, 100-200 евро, прикинь, вот эти варианты в кучерях. Приезжай, забирай, тоже неплохой, да, пойдет, заходит. Переходим в телегу, ребята, подписываемся, переходим, вылаживаем свои объявления. Есть там на продажу у тебя какая-то машина, выкидывай в телегу, это все бесплатно. Это все бесплатно. Только у Джана Братана это бесплатно. Такой интересный мерсик. Кстати, кому что-то пригляделось здесь, пишите, я подъеду, все посмотрю. Заведу, что там, как оно. Вариантики ж, ну есть же чему приглядеться, правильно? Тут достойные варианты. Да, пойдет. Пойдет. Вот этот фокус хорошенький, да? Ну, будет двушку, наверное, стоить, да? Ну, надо узнавать, все надо узнавать.